Информация, которую вы добыли на Титане, подтверждает, что Тихоокеанского командования больше нет. Китайцы уничтожили его ракетным ударом. Теперь это территория Чана. Если от нашего флота что-то осталось, то они теперь как слепые котята. Я понимаю серьезность ситуации, капитан. Тем более нужно быть осторожнее. Включать ее в состав отряда? Ирландцу это не понравится. Ирландец не видит всю картину в целом. У нас чрезвычайные обстоятельства. Она отправляется с вами. Понятно. Ирландец хороший мужик. Я присмотрю за ним. Я ценю это, Пак. У вас явные задатки лидера, хотя путь вам предстоит еще долго. Спасибо, капитан. Нам нужно что-нибудь знать об атаке на аэродром. Да. Приведите Рекера. Пак, Рекер, слушайте меня внимательно. Наши последние ракеты должны быть использованы по назначению. Атакуйте аэродром. Следите за землей. Дайте сигнал, если увидите их самолеты на предангарных площадках. Мы разбомбим их и пойдем дальше, на запад, через пролив. Вас понял, капитан. Нет ничего проще. Пак. Рекер. Возможно, вы не выживете, как и многие ваши друзья. Но другого шанса не предвидится. У отряда, который доберется до аэродрома и выпустит сигнальную ракету, будет всего 30 секунд, пока мы не устроим ракетный дождь. Вас понял. Не станьте еще одной цифрой в статистике погибших. Хана. Пошли, Рекер. Вперед, морпехи, вперед! Приказ капитана, ирландец. Куда это ты собралась? Я вызвалась добровольцем. Добровольцем? А кто разрешил? Капитан Гаррисон, разговаривайте с ним. И вы все об этом знали? Вы китайский знаете, сержант? А вам-то какое до этого дело, дамочка? Я лишь хочу помочь. Вы же меня поддержите. Я считаю, что это ужасная ошибка. От нее будут одни неприятности. Внимание всем! Сейчас будет говорить капитан Гаррисон. Бойцы на Валькирии, я знаю, что мы устали. Все мы страдали. Теряли друзей, любимых. Сделаем так, чтобы это было не напрасно. Шторм не дает вражеским самолетам взлететь. Но это ненадолго. Пусть остался только наш корабль. Но мы не позволим потопить себя из боя. Мы пойдем на запад. Мы нанесем удар по аэродрому под прикрытием шторма и обеспечим себе безопасный проход через Сингапурский пролив. Нам помогут скорость и смелость. Пусть этот шторм приведет нас домой. Подвода просто класс! Больше не начинай, Пак! Ракетница, блядь, у тебя? Да, да, у меня! Кто-нибудь знает, этот шторм еще набирает силу? Кто знает? Он может через полчаса утихнуть. Это больше похоже на тропическую депрессию, чем на тайфун. Что такое тайфун? Вас это называют ураган. Шторм или нет, этот план мы должны осуществить. Если ракеты не попадут в цель, пострадает много людей. Рекер, прямо впереди! Пустое место на берегу! Твою-то! Аккуратней! Противник нас прижал огнем!
Атакую, подкрыть огонь! Атакую! Будьте на связи! Вон того шоссе. Значит, нам нужно пройти под мостом впереди? Думаю, да. Думаю, это и есть наши ворота в город. Иди первым, Рэкер. Черт побери! Вперед! Продвигаемся! Грёбаная связь! Они должны починить все снаряжение! Сейчас их порошок сотрут! Давай бинокль! Посмотрим, с кем имеем дело! Готов открыть огонь! Наковальня 2! Бегуну! Атакую! Начинаем обстрел!
службы! Одинщик, давайте цели! Цель получил! Осторожно, на улице!
выходу! Отлично, сержант! Открывай эту хрень и валим отсюда! Давай, ну что, уходи! Еще не нашел Рейкер! Наверное, в пункте управления! Прикрой меня, черт возьми! Гранатометчики! Сверху на переходе! Они отходят!
открывать огонь! Мы машем! Бронетехника! С той стороны холма! Еще! По курсу прямо!
Начинай обстрел! Нам нужно перебраться туда. Собака, цель не поражена. Подожди, Рекер, меняй магазин. Там. Нас осталось всего четверо. Нужно идти дальше. Там все как на ладони. Там никому не спрятаться. Нам нужен план получше. Тучи расходятся. Шторм стихает. Нам нужно спешить. Не нравится мне такая херня, вы спятили. Мы вчетвером против целой армии. Мы подробно обсуждали это задание с Гаррисоном. Он прекрасно знал о риске. Нет, это вы обсуждали. Обсуждали все за моей спиной. А в чем проблема? Не нравится, что у вас в отряде женщина? Женщина для меня не проблема, а вот лжецов не переношу. Пойдемте. Нам нужно выполнить задание. Подумайте о людях, оставшихся на Валькирии. О всех тех, кого вы спасли. Они надеются на нас. Черт! Помоги мне, Рекер. Я ей не доверяю. Она что-то скрывает. Присматривай за ней. Идемте дальше, но побыстрее. Мне кажется, я вижу самолеты. Вот истребителей нет. Они их выведут, это просто вопрос времени. Давай же, буря долго не продлится. Но что-то пока не похоже. Передвигаемся за машинами. Не высовываться. Движение впереди! Через автобус!
Прекратить огонь! Хорошая стрельба. Валим нахер с этого моста. Да, ладно. Тебя вытащим. Помоги сдвинуть. Пытаюсь. Чёртов пост, толкай! Живей, рука свободна. Контакт, три цели, прикончили. Цели поражены. Чисто, встаем. Ладно, назад к машине, по красное окно. Кана, проверь ручной тормоз. На счет три. Раз, два, три. Надо уходить с этого места. Тут слишком опасно. Мы тебя не оставим. Никто никого не оставит. Толкаем! Дай мне руку. Ты должен был освободиться. Почему не получается? Он черт застрял, возьми. Что ли? Лямки! Он зацепился лямками. Ясно. Что это? Чертовски большой корабль. Лямки! Резьте! Резьте лямки! Давай, давай, держись за меня. Держись! Наконец-то мы спрятались от пули. Сигнальная ракета у тебя? Не волнуйся, у меня. Ну, Бак, что дальше? Нам надо выбраться наверх и подтвердить координаты. Не-не-не. Ребята, кто спрашивает? Я хочу услышать это от человека, которому я могу доверять. Ага. Подтвердим координаты, пульнем из ракетницы и свалим. Без проблем. Парни, а вы давно вместе работаете? Тут старый знакомый, ирландец, рекер. Дан тоже, он был командиром раньше. Я с ними около года. А что случилось с Даном? Его забрало море. Извини, я не знала. Эй, рекер, давай выбираться из канализации. Тайник с оружием, Рекер. Я слышу голоса. Что у нас? Наземная команда и несколько стрелков.
Осторожно! Стреляй! Эй, прикрой меня! По лестнице, Рекер. Boy!
Они взлетают! Готов, пап! Я должен пустить сигнальную ракету! А какого хрена ты за рулем? Замети их, Гаррисон! А! Поехали, поехали, поехали! Поводи эту чертову машину, ты диверсию хочешь устроить? Еще раз! Давай! Что ты творишь? А вот и они! Поехали, поехали! Едем! Приготовься, Рейкер! Очнись! Очнись, черт возьми! Пак! Не смей, сука, умирать! Ну же, черт побери! Пак! Там этажом! Ударь от Амела! Какого хера? Ах, ты ж ёб! Берем этого. Извини, Рекер. По-другому нельзя было.